Приветики, мои дорогие друзья! С вами Галина Пчелка. Сегодня будем делать мак из фоамирана. Но сначала я покажу те изделия, которые получились у меня. Посмотрите, как я оформила орхидею. Я сделала такую веточку с тремя бутончиками, с листиком и оформила вот в такую прозрачную вазочку. Здесь у меня листики разноцветные. И вот так вот красиво, нежно она смотрится. Вы видели, как делать такую орхидею в прошлом видео. Если вы еще не видели, пожалуйста, здесь вверху будет ссылочка. И точно так же я сделала по такому же принципу, как и вот эту. Я сделала вот такую фиолетовую. Сейчас покажу, чтобы вам было хорошо видно. Камера не передает этого цвета. Тоже сделала три бутончика. И вот такие орхидеи у меня получились. Оформила вот в такую прозрачную вазочку. Здесь набросала еще и бусин фиолетовых разноцветных стеклышек. Очень красиво смотрится в интерьере. Такой фантазийный цветок. Это, кстати, брошь. Легкая, приятная, красивая. А теперь вперед работать. Сегодня нам нужно будет черный, зеленый и красный фоамиран. Друзья, у меня обычный китайский фоамиран. Не иранский, не зефирный. Из него будем вырезать сам мак, серединку и листики и такие тычинки черненькие. Нужно нарезать квадратики 4 размеров. И чтобы вам не морочить голову, я записала их на бумажке. Подержу немножко. Вы сможете остановить видео и записать или запомнить. Нам нужно будет вырезать из этих квадратиков листики. Здесь все так же, только сейчас увидите, что будет по-другому. Верхушечку я вырезаю слегка волнистой. Мы еще будем его обрабатывать, она и так будет волнистая, но вот. Вот, друзья, мы вырезали наши листики. Сейчас будем их тонировать. Я хочу легонечко тонировать, знаете чем? Черным. То есть беру черную пастель, беру влажную салфетку, натираю. А теперь беру мой листик слегка-слегка. Вот так вот краешки прохожу, чтобы хоть чуточку их обозначить, оттенить. Подсохнет еще и будет лучше. Делаю это с двух сторон, но легонечко, так прям только по контуру. Сейчас покажу вам два, и вы посмотрите разницу. Делаю так со всеми листиками, буквально со всеми. Вот наши листики уже тонированы, слегка-слегка, как вы видите, но мне очень хочется листики, которые 3,5 на 4, еще слегка тонировать черным, но где? У ножки. Так что пробуйте. Кстати, извиняюсь, соседи делают ремонт, и иногда вы будете слышать и дрель, и как кто-то долбит стену. Вот она, дрель. Буду стараться, чтобы меня было слышно больше, чем ее. Итак, тонировали. Теперь нам нужно истончить каждый листик, придать форму. Мы складываем гармошкой. Прокатываем между пальцев. Так истончается он, и вы увидите, получает очень красивую структуру
и становится более живым. Смотрите, вот такая дудочка получилась. Разворачиваем ее, эту дудочку. И теплые пальцы сверху и снизу. И как бы раскрываем, растягиваем. Смотрите, какой он получился. Он получился более натуральный. И вот это тоже нам на руку. Оставляем. Итак, друзья, истончаем все листики. Мелкая гармошечка. И в разные стороны крутим. Мы уже истончили наши листики и сформировали их. Смотрите, какое солнышко. Как раз все так, как нам нравится. Хочу показать эти листики. Конечно, мой свет хуже, чем свет солнышка, но, наверное, вам видно. Теперь мы должны сделать серединку. Я скатала шарик фольги. Теперь нам нужен небольшой зеленый квадратик. Что мы делаем? Нагреваем квадратик. Так. А теперь, пока он горячий, натягиваем и обворачиваем нашу заготовочку. Теперь осталось приклеить. Подержим чуть-чуть, чтобы оно схватилось. Берем и отрезаем. Вот так вот, чтобы все было одного уровня. Как получается интересно. Вот такая вот серединочка. Берите ножницы, а у меня вот такие вот швейные, полосочка. Она должна быть, вот так вот подержу. Складываю ее пополам, так быстрее. Мелким шажком нарезаю бахрому. И так всю полосочку. Следующий шаг. Приклеиваем ее вот так вот к нашей серединке. Чтобы их чуть-чуть распушить, приложим к горячему утюгу. И вот так вот. Вот наша серединка. А теперь клей. И будем приклеивать наши листики. А вот эти, которые тонированы черненьким, будем приклеивать первыми. Теперь поверх вот так вот листика делаем полоску клея. Это будет для самых больших. Последний листик подклеиваем под самый первый. Он у нас чуть-чуть приклеился, мы, не нажимая курок, прикладываем к первому и
Таким образом слегка разогреваем клей и отклеиваем. Вот такой мак у нас красивенький получился. Нам нужно сделать бутончик. У нас для этого были вырезаны и сформированы два листика. Одеваем бутончик на проволочку. Вот так вот крючочек. И вот наш бутончик зафиксирован. Вырезаем полосочку 6,5, на 4, можно на 3,5. Сейчас подержим. И вот они сами отпадают. Теперь возьмите зеленый фоамиран и вырежьте листик, такой, например. Или у меня с пластиковых цветов есть вот такой вот. Тоже можете обрисовать и вырезать. Кстати, в интернете куча разных выкроек. Я вырезала пока два листика. И многие спрашивали, как я пользуюсь молдами, которые я сделала из обычного строительного силикона. Этот силикон мягкий, и это негатив, а нам нужен позитив, то есть отображение вот этого. Горячий клей выдавила и сразу быстро опустила в холодную воду. И вот такие отпечатки я получила. А теперь пользуюсь этими отпечатками для того, чтобы отпечатывать структуру. Нагреваем листик. Хорошо нагреваем, прикладываем, и можно вручную, а можно вот так вот губочкой сразу же прижать. Видно вам? Главное прожилочку центральную положить ровно. Вырежем где-то 7×7 квадрат, сложим его пополам и еще раз пополам, то есть в четверо. Теперь сделаем такую форму заостренную и слегка сделаем надсечки. И с этой стороны. Получилась у нас вот такая вот подклеечка. Вот так. Теперь нам опять нужно слегка тонировать. Не знаю, видно ли вам. Зеленые листики вокруг. Закручиваем ножку бутончика в бублик. Вот такой вот бублик получился. И он ляжет вот в эту луночку. Вот так вот. Thank you.
Вот так. А здесь можно прикрепить заготовку для вот такой, для броши. Либо на заколку. Такой получился у нас чудесный цветочек. По-моему, неплохо для первого раза. Мак из Фамерона у меня впервые. Спасибо за предоставленные выкройки и разные советы других блогеров. Очень рада, что есть возможность научиться. Друзья, хочу поблагодарить, что вы досмотрели мое видео до конца, за ваше внимание. Извините, если объясняю не совсем понятно. Я учусь, я делаю это от души. Наверное, вы это чувствуете. До следующих встреч, мои хорошие. Пока!